Пловец из Комсомольска-на-Амуре Алексей Лебедев выиграл первый открытый чемпионат России по плаванию в ледяной воде, сообщает портал Ком-Сити. Этот турнир состоялся в Красноярске на Енисее. Участие в заплывах приняли 60 человек со всей России. Представитель города юности вышел на самую длинную дистанцию – 1 километр. В соперниках у него было 20 спортсменов, при этом до финиша добрались не все. По словам Лебедева, его самого несколько раз посещала мысль остановиться, ведь температура воды в Енисее была всего 2 градуса, а местами на реке был лед. Тем не менее, наш пловец проявил силу воли и, опередив всех участников, добрался до финиша за 23 минуты и 40 секунд. Получив медаль, комсомольчанин решил, что больше на супермарафонские дистанции выходить не будет, ограничиваясь короткими заплывами.